Пакетики. Я покажу их ровно, как фиксики. Надеюсь, вы любите фиксиков. Это игра про фиксиков. Но мне она очень нравится. Смотрите, я сегодня покажу, как играют фиксики. Ну, она очень интересная. Надеюсь, вы любите их. Тут надо чинить приборы. Давайте посмотрим, что нам надо починить. Так, давайте что починим. Давайте рацию попробуем починить. Я никогда не чинила рацию. Сейчас ее починим. Ого. Так, изолента. Чего она нам? Но вот это надо нам. Так, паяльник. Да, вот это нам надо. Тим, мусорник. Не, что нам надо? А, вот это. Так, вот это мусорник выкидываем. Так, сейчас будем все чинить. Так, это где-то оно было здесь. Да, боже мой, где оно было? Я уже все позабывала. А, это вот тут было. Сейчас нам надо паяльник. Так. Это припаяльник. Все, теперь наша рация работает. Давайте еще что-то, наверное, починим. Тадыщ! Совая! Ура, мы починили рацию. Давайте что там. О, лампу починить. А ничего другого нету. Так, там дрель. Давайте дрель починим. Интересно, починить той прибор, который сам чинит другие приборы. Хорошо, папа. Так, ну тут я вижу, для чего уже изолента. Тут реально очень плохо сломалось. Так, что нам надо открутить? Так, подожди, давайте сначала этим займемся. Так, это мусорник. Так, вот это нам мусорник. И вот это. Нет. Бля, что нам еще мусорник? Рука должна так дергаться. Так, что нам еще мусорник? Давайте сначала подумаем. Это открутить. Все, а теперь думаем. Ну реально, что мусорник? Не, ну я не знаю, что нам надо. Мусорник выкинуть. А вы как думаете, что тут надо? Я вообще не знаю, что мусорник тут выкинуть. Я нашла, оказалось, поломано сверло. Это не сюда. Да, я знаю. Так, это чип, где он тут стоял. Так, а это не чип, это вот этот самый выключатель. Так, это у нас тут стояло, а это сверло. Отвертка. Все, нам отвертка одна надо. Все. Наш дрель готов. Ты-дыщ. Так, нам надо еще лампу сейчас починить. Посмотрим, как там лампа чинится. Но я уже чинила фонарик. Ого, как тут лампу починить. Большое это дело. Вот, щипцы, щипай. Так. Так, что тут грязное у нас? Вот это что это? А, батарейки тут вон-то. Так. Тик-тик. Так. Так. Дикий. Так, изолента, я знаю для чего.
Так, тут надо изолентой замотать. Тут много чего надо изолентой замотать. Где она? Чего она так долго мотается? Я не знаю. Так, то замотала, сейчас це замотать. Так, и вот это замотать. То если правда очень много надо заматывать. И вот. Все, наконец-то. Мне уже терпения не может хватить. И все. Так, сейчас щипцы. Изолента? Только зачем она? А, поняла уже. Все. Наша настольная лампа снова работает. Ну что ж, я вам показала, как играть. И еще тут не только в этой комнате можно. Тут еще вот можно в разные комнаты заходить, там все чинить. Но если вы, тут даже есть лаборатория, но если вы все починили, то уже надо ждать, пока все починится. Ну что ж, пока-пока.